15 декабря 2020 года я со своими помощниками приехали на адрес, на наш адрес, адрес нашего округа, улица Пионерская, дом 15. Недавно здесь в рамках программы «Малые дела» администрации городского округа Красногорск был наконец-то сделан свет. В марте этого года мы сюда также приезжали с первым заместителем главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Комиссаровым Романом Владимировичем. Встреча была действительно жаркой, поэтому давайте вспомним, как это было. Если все-таки раскопать, узнать и мало-мало... Давайте так, я вам объясню технологию. Сначала надо все это так откопать, уже 20 лет это сегодня работает. Я несколько 15 у нас есть в заявке на следующий год. Как не дополнительное, то есть там, да? Да. Значит, туда я приоритет поставь на следующий год. Не было у них света достаточно давно. Специально мы приехали вечером, чтобы посмотреть, как все это освещается. Хорошо поставили все. Это у нас общежитие. Вот поставили, получается, у нас 6 фонарных столбов. Хочется сказать огромное спасибо главе нашего города, Хаймурзине Эльвире Абдулбариевне, и, соответственно, Волосевичу, Всеволоду Валерьевичу, который отвечает за благоустройство. Финансирование на строительство освещения пошло по программе «Малые дела», которые сейчас происходят в нашем округе. На моем округе, по крайней мере, был точный момент, это сделали свет. Школьники, проходя возле этого здания, когда здесь были потемки, вот, а школа у нас находится прямо в двух шагах, 8-я школа, вот, испытывали большой дискомфорт. Ну, дискомфортом, наверное, это не назовешь, потому что в темное время суток неизвестно, что могло бы произойти. Вот, а сейчас все светло, и родители спокойно отпускают своих детей. У нас, получается, мечта наша... Сколько лет было? Длиной в 10 с лишним лет. Когда мы в марте приехали, Комиссаров распорядился все здесь, образно говоря, закрыть, снести по одной, что соответствовало потом новому установлению. А в рамках программы «Малые дела», это благодаря Волосевичу и, соответственно, главы нашей, вот все это быстро реализовалось. Вы не представляете радость детей наших, ну, из нашего дома, когда вот первый день нам смонтировали все и поздно вечером включили, да, ребята? Утром, когда ребенок вылетает с подъезда, кричит «Вау!», потому что было темно, а тут светло. Чудо под Новый год. Большое спасибо всем тем, кто принял участие в этом. И вам, и вашему, как бы, вашему коллективу всем за то, что помогли нам сделать, осуществить эту мечту.